карта побыта, да. Мы подали в июне того года, 20-го. После этого нам прислали бумагу, которая мы как бы назначали нам термин на отпечатки пальцев. Мы съездили на отпечатки пальцев. Это все было быстро, через 2 месяца, а потом тишина. Тишина продолжалась очень долго, и мы решили позвонить. Вот видео, где мы звонили. Сверху там будет, да? Можете открыть и посмотреть. Вот. На следующий день звонил Виталька. Там точно так же говорили постоянно. Через час позвоните, через 2 позвоните, позвоните. В следующий день мы заняты, я занят. Позвоните попозже. Я занят, позвоните попозже. Вот. А потом мы решили написать поновление. То есть я написала поновление. И вы можете скачать такое поновление, как бы образец в интернете, но вы пишете свою ситуацию. Не нужно писать то, что там написано, да, как бы. Ну, кроме статей. Да, обязательно ссылайтесь на статьи, вот это вот обязательно внизу потом печатайте. А до этого вы пишете свою ситуацию. То есть такого-то числа вы отправили документы, смотря как вы, то ли вы донесли непосредственно сами, то ли вы отправили по почте. Вот мы отправили по почте. Потом пишите, какого числа вам пришло, пришел как бы документ, который на термин по отпечаткам пальцев, и там еще заполняется один несок. То есть вот это вот все описываете по последовательности, как все было. И после этого, что у вас нет возможности дозвониться и написать на электронную почту, то есть не отвечают. Вот так вот пишите обязательно. А потом уже ссылайтесь на статьи, которые есть. То есть мы написали так, я написал. И второй экземпляр отправил в Варшаву. Вот у нас тот, который Ужент, рассматривает наше вот это дело в Кельце, да? Столица нашего вузства Свинтокширского, мы это все отправили в Кельце, и второй экземпляр отправили в Варшаву. И там было написано прям в этом документе, что мы отправляем копию в Варшаву. То есть мы не копию отправили, а оригинал. То есть сделали 2 оригинала. Сделали 2 оригинала, то есть 2 экземпляров просто. Просто там было указано, что один идет в Кельце, а второй идет на Варшаву. На Варшаву, да. И один экземпляр, то есть оставляете себе. Вот вы приходите на почту, отправляетесь это с уведомлением по-нашему, да? И еще обязательно... с подтверждением. По польску с подтверждением. И заполняйте такую бумажечку подтверждением. Они вам там наклеивают вот этот вот код идентификационный, и как бы вы еще лучше сделать, чтобы с смс-кой, то есть когда они получают, вам приходит смс-ка, что они получили. То есть это вам нужно будет для того, что если они не будут отвечать, чтобы это все у вас было подтверждение, что вы отправляли и что как все это было. То есть мы отправили через где-то день, позвонили Витальке, там мы указали, как бы мы отправили каждый отдельно документ на, как бы мы по отдельности отправили. Нас 3 человека, я, Ёжик и Виталька. Вот, позвонили Витальке с Кельцевского УИСа и сказали, с Кельцевского УИСа, что я сказала, с Кельцевского УЖЕНДА, и сказали, что напишите, пожалуйста, что просим вас не рассматривать наше вот это вот понагление по делу такому-то, что уже такого-то числа было уже вынесено решение как бы положительное, уже вам отправлено, да, уже вам отправлено, а вы типа не знали. Ну ладно. Ну, я не знаю, если бы они на самом деле это было, они бы ответили по телефону спокойно, да, у вас уже это есть, никто бы не прятался, никто бы не говорил, позвоните завтра, послезавтра, то есть, ну, такая хитрость небольшая в УЖЕНДах, ну, какая разница, главное, что, типа, уже все, типа, Децизия готово. Уже у нас в руках. Да,
И вот, и нам написали, вот так вот нам сказали, ну, мы сели, написали, естественно, что да, просим вас не рассматривать, потому как бы не имели возможности знать об этом, что она уже готова. Все, и отправили им туда, потому что им нужно оправдываться перед Варшавой, почему они не работают, да? Срок у них 3 месяца, вы знаете, да, по закону как бы. Вот, и на следующий, и они нам сказали, что через неделю нам пришлют решение, да, но прислали через 2 дня экспресс-почтой, то есть очень быстро нам прислали, чтобы мы знали, что у нас все решено. То есть нам там написано, что нам дают карта побыта Часовега на 3 года. Вот так, ребят. До 24-го года, там какого-то числа, не помнишь? Ну, не помню. Ну, и... ладно, что до 24-го года. До 24-го года, ну, да. 3 года. Вот так, ребята. И мой совет, делайте всегда так. Пишите в свою жену, где у вас рассматривается дело, и сразу же в Варшаву. То есть сразу же будет, наверное, результат какой-то. Ну, вот у нас лично так было. Я рассказываю именно свой опыт. Мы уже... Так, там нам написали, что нам нужно будет 50 злотых отправить на сам пластик, да, чтобы нам как бы сделали вот эту пластик. И вот это все тоже отправляется в Варшаву, и потом там делается и отправляется уже сюда, к нам в Кельце. Потом мы приезжаем и забираем. И нам сказали, что через несколько, как бы, 2-3 недели, и мы поедем за этим пластиком. Мы отправили уже 50 злотых. Вот, ребята, вот такой совет, что делайте так. Мы попробовали, и у нас получилось. Я написал так же, как написал бы в России, только потом перевел через переводчик. Даже если вы не знаете язык в совершенстве, да, ну вот знаете так, вот как мы, так не очень хорошо, да, не барзо добже моем по-польску, и... можно перевести через переводчик и так вот все написать. Мы так сделали, и вот у нас вот такой результат. Очень быстрый, да. Мгновенный прям. Да, то есть Варшава позвонит в ваше воеводство, в вашу жент, и дадут там распоряжения нормальные. А может быть, потом и позже. Так, я планирую. Ёжик хочет остаться здесь совсем, после вот этих вот событий, которые... произошли, да, он хочет остаться здесь, и Виталька тоже, а я хочу поехать в Россию, попроведовать свою мамочку, своих родных на месяц. Ребят, может быть, в июле, в августе это произойдет, то есть я буду все снимать и показывать. Так, ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте, задавайте вопросы любые, мы ответим, так что все у нас хорошо складывается. А с вами были Чеширы. Пока-пока. Кот и Ёж. Это канал, ребят, с юмором, но на серьезную тему. Кот и Ёж. Я кот, а он Ёж. Так что оставайтесь с нами.